Здравствуйте, уважаемые телезрители, на АТВ программа «Открытый эфир», я Владимир Банчиков. И мы продолжаем готовиться вместе с вами к встрече Нового года по лунному восточному календарю, нашему замечательному празднику Сагалган. И для этого мы сегодня пригласили в нашу студию хранительницу бурятских традиций, заслуженного работника культуры Республики Бурятия и чемпионку Республики по национальной игре. Как она еще раз называется? Шагайнадан. Шагайнадан. Рдыни Дара Бадмаевна Даржиева и председатель Федерации традиционных национальных видов игры. Правильно сказал? Федерация этноспорта. По Федерации этноспорта Республики Бурятия Алексей Ергенов. Здравствуйте, уважаемые. Ну, начнем с вас, Рдыни Дара Бадмаевна. Давайте начнем с чего? Какие основные традиции у бурятского народа по встрече Нового года Сагалган? Но есть такие вообще вот какие-то вот основополагающие, что нужно сделать обязательно всем? Ну, конечно, это начиная с дужубы, когда вот Сагалган задолго начинается, даже с 6 числа. Вообще начинаем готовиться к Сагалгану это после Нового года сразу. После обычного традиционного. Да, ага. И люди готовят все это, мясные блюда, вот это готовят подарки для каждого из членов семьи, отцу, матери и так далее. Вот такие традиции. Готовят вот ходаки, вот воздушные. Это, печенье. Химарин. А, химарин. Химарины готовят. Вот это, я считаю, что это наши традиции. И каждый убирает в доме, готовит вот эти все продукты, готовит. Вот, например, в нашей семье мы уже задолго до Нового года подготовили вот 21 это бова, наверху вот евен, и это... Будем ставить перед алтарем, готовим, вот, очищаем жилище. Все приготовили для окуривания жилища и так далее. И подготовили химарины, готовили. Вот я считаю, вот и мясное блюдо, вот традиционное вот это целого барана мы подготовили, бууса. Алексей, теперь вопрос к тебе. Как ты, к тебе пришла вот идея организовать, создать вот эту Федерацию этноспорта республики, и почему именно? Угу. Ну, эта идея пришла она моим друзьям, скорее больше. Просто я был тот человек, который, скорее всего, мог бы это возглавить, они мне предложили, а как начиналось все? Я познакомился с московскими ребятами, с председателем Федерации этноспорта России Колосов Алексей Валерьевич, это культуролог. То есть человек, который непосредственно занимается культурой разных народов, изучает это глубинно, то есть у него есть научный подход ко всей этой работе. И довольно-таки большую такую передовую работу провели в Якутии, где мы знаем, что там национальные виды спорта и традиционные игры очень хорошо поддерживаются на уровне правительства. Также в Республике Татарстан, да, вот Ханты-Мансийский округ, Тамбовская губерния. Сейчас в республиках... Извини, Леша, вот всех вышеперечисленных, только Тамбовская губерния по уровню развития, я имею в виду экономической, стоит с нами где-то рядом. Все остальные абсолютно самодостаточные регионы, им проще там. Да. Ну да, да, как бы, конечно, в разных условиях все развиваются. Но самое главное, то, что мне предложили, и здесь просто вот получилась энергия в том плане, что параллельно в маленьком селе Хайтагол Тункенского района просто обычные ребята, местные жители, решили провести первый турнир по разбиванию хребтовой кости. Вот просто сами решили инициировать. Они очень болели за эту игру и хотели сделать так, чтобы она сохранилась, и вот захотели продвигать ее. Ну, в общем, мы как-то встретились. Ребята, мои земляки говорят: да, Алексей, помоги нам, в общем, надо провести республиканский турнир. Надо сделать так, чтобы вот эта вся республика объединилась вокруг этой игры. Это был такой добрый посыл, на самом деле, то, что мне действительно понравилось, что мне по душе. Все это как бы вот, и я решил создать федерацию совместно со всеми. Мы создали федерацию, конечно же, первой передовой игрой была вот как раз игра разбивания хребтовой кости. Мы ее очень хорошо продвинули, нам многие помогли, на самом деле, на первых этапах.
Мы уже успели на сегодня провести там десяток турниров, разыграть несколько автомобилей, появились какие-то меценаты на уровне муниципальных там властей, республиканцев, властей нас поддержали. Это была первая игра, которую мы действительно хорошо развили. И, конечно же, нам уже начали задавать вопросы: ребята, а почему вы нас не поддерживаете, допустим? А почему вы русские традиционные игры не поддерживаете? Мы говорим, что наша федерация называется, как правильно, Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия. Мы не отказываемся, на самом деле, мы постепенно начали переходить, конечно, на другие игры. То есть тут и татарские, вот был летом первый фестиваль, да, который вы проводили под патронажем и Наговицына, и митрополита Савати, кстати. И там были не только ведь русские, бурятские, там еще и татарские, по-моему, игры были. Да, были якутские, татарские игры были, русские игры были. То есть мы все игры, европейские игры были, мы все собрали воедино. Потому что, ну, действительно, Бурятия у нас толерантная, довольно, ну, то есть она... Многонациональная. Да, слово правильно, лучше слово многонациональное использовать. А многонациональная республика у нас, поэтому... Вот мы решили работать на всех направлениях, развивать все игры всех народов. Вот смотрите, 26 лет назад еще при Советском Союзе, если мне память не изменяет, да, праздник Саагагна был признан официальным государственным праздником у нас здесь, в Республике Бурятия. И примерно в это же время начинается возрождение традиционных игр. Вот как-то вы взаимосвязь вот эту видите, ощущаете на себе? Конечно, потому что вот до 90-го года мы даже сагалить по домам не имели права, боялись, как бы считали зазорным. А после, вот когда вот первый сагалган был, когда вот это все началось, вот начали, вот, например, я вытащила из подполья вот эти шагай. Вот вы покажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что это такое. Если можно, вкратце расскажите, пожалуйста, правила игры, потому что я сам своему... Много-много шагай у нас. Да. Но мы готовимся вот к сагалгану. Во время сагалгана везде будут шагай надо. В каждой семье, я считаю, что будут играть в каждой организации. Если у кого-то нет шагай, будут приезжать вот в такие организации, где вот показывают игру шагай надо. Вот здесь примерно 300 шагай. А количество 300. Может быть совершенно разное, да? Конечно, от 50 начиная. Но... А здесь 300? 300. И какие правила игры? Ну, игр очень много. Основных 14 игр. А, то есть тут не одна игра, еще да, и... Да, конечно, все подразделяются, да. И в программу Сагалгана или Сурхарбана, таких праздников, входят три игры основные, о которых, ну, в основном пожилые люди ими, ну, знают. Ага. Но первая игра, вот, например, называется «Щелканье». «Щелканье». Ага. «Няглолыга» называется. Берем определенное количество костей по числу игроков и забрасываем. И каждый по очереди, по солнцу начинается. У нас у бурят все по солнцу. Все по солнцу, это я знаю. Да. Ага. И бьют одинаковые фигуры. А для того, чтобы бить вот эти одинаковые фигуры, надо обязательно знать вот эти шагеты. Шагай надо знать. Вот примерно один шагай, да? Видите, вот один шагай. Он обозначает 5 видов домашнего скота, которые разводили в прошлом буряты. Вот если две точки наверху, вот видите, две точки наверху, вот. Вот на этом шаре видно, да? На этом лучше видно, да? Вот видите, две точки наверху – это лошадь. А если вот так переворачиваем с выемкой – уже корова. Корова. Угу. А если вот с ямочкой, вот видите, с ямкой – вот это коза, вот выпуклая сторона – овца. Угу. А если уж так попадется, но очень редко, но попадается – это двугорбый. Верблюд. Вот. И вот в этой игре обязательно надо знать вот эти элементы. И бьют одинаковые фигуры, вот правой рукой, вот берут другой рукой. Ага. И не надо задевать другие соседние кости. Если вот задеваешь, все, уже пропал. И не надо замахнуться. Сразу. А как бьют? Да. Сразу. Надо смотреть. Сразу думаешь уже в голове. Он развивает, видите, уже ум. Развивать. А вот когда пьешь, это мелкую моторику. Моторику развивает. Да. Вот видите, я очень люблю бить. Вот это у меня. И вот сколько вот получит, сколько
сможет собрать вот, по числу вот этих набранных костей, определяется победитель. Ну, после вот не получилось, да? Вот у меня вот не получилось, я передаю вот другому. Следующему игроку. Но это одна из... Это одна из игр, которая называется «Щелканье». «Щелканье» так называется, да? «Няглолга». Алексей, пожалуйста, расскажи, а какие еще игры, вот, кроме вот этого, будут представлены на вот... Да, 6 февраля в ТРЦ «Капитал Молл» будет фестиваль бурятских игр, где будут представлены наши традиционные игры. Наши традиционные игры – это... Шагайнадын, игра в лодыжки в переводе, да, Хэршалан, разбивание хребтовой кости, и Шатар, бурятские шахматы. Вот про Шатар, бурятские шахматы, потому что звучит так несколько очень заманчиво и да, ну, интересно. Мы знаем, что бурят-монголы издревле всегда очень была развита смекалка, логика, то есть это... Жизнь пока, заставляла. Да, жизнь заставляла, жили в суровых условиях, жили в условиях войн, каких-то вот перемен таких, и постоянно человек надо было уметь думать. Вот. И, конечно же, игра шатар, да, вот она пришла из глубины веков. Шатар отличается классический шахмат своими ходами. Вот. Ну, конечно же, там задача основная заключается выиграть противник, выбив как можно больше количества фигур. Вот. Тоже есть свои комбинации, ходы. У нас шатар сегодня, конечно, уступает в количестве проведения состязаний и соревнований с классическим шахматом, но традиционно он проводит в рамках Алтарганы, в рамках проведения республиканского Сурхарбана. Ну, там 1-2 соревнования в год, как бы, таких крупных. На самом деле это мало, конечно. Вот. Шатар отличается также тем, что это не фигуры не простые. Они имеют каждое свое обозначение. Допустим, зан, там слон есть, да. То есть все бурятские названия имеют, все фигуры. И, соответственно, исполняются, вырезаются они также именно в виде бурятских фигур изображений. То есть там слон, слон, верблюд, верблюд. Ну, традиционно так ближе к буддийскому, наверное, каких-то, да, вариантов изображений? Да нет, на самом деле нет. Шахмат – это, скорее всего, шатар, он не относится именно к традиционным буддийским канонам. Это более такая глубинная игра, то есть она даже была до буддизма. Да. Вот. Все, на самом деле, игры, они были до прихода буддизма в Бурятию. То есть это очень древние игры, очень древние, тысячелетия просто. Тысячелетний возраст у этих игр. Очень древние игры. Вот у тебя сейчас в руках... Ну, это цепочка, вот она из игры Шагайнадын, разновидность называется Шурылга. То есть, это вторая игра. Вторая игра, да. Шурылга. Ну, это как бы, это серебряная цепочка специально используется, но она как бы используется вот именно в этой игре Шурылга в разновидности. Вот, ну, попозже вам покажем. Угу. Вот, ну, собственно говоря, вот три основные игры. Ну, давайте не будем забывать, конечно, что есть опоры на национальные виды спорта сегодня по закону Республики Бурятия. Это Бухабарилдан, Хурхарбан, стрельба из лука и Моририлдан, стуконные скачки. Это, конечно, это закон и основа нашего всего бурятского вот, физического воспитания. А рядом всегда были традиционные абсолютно, игры. Вот с этим абсолютно согласен. А сколько человек входит в федерацию, активных членов, неактивных членов? И сколько человек вообще, если есть такие, конечно, данные, у нас в республике занимается вот традиционными играми? Ну, сегодня по статистике у нас где-то, в общем, считают, ну, где-то 1500 человек занимается, это, которые вот, ну, активно участвуют во всех состязаниях, соревнованиях. Ну, это количество намного больше, конечно. Допустим, наш такой средний турнир по Шагайнадын, да, по настольной игре, собирает порядком около 300 участников. Разбивание хребтовой кости, там, ну, в порядком около 200 участников тоже собирает. То есть, это много, это да, очень большое количество. Да, вот, я думаю, ни один шахматный турнир столько не соберет. Без, как говорится, без какого-либо напряга мы собираем такое количество участников. Вот. Ну, почему? Потому что популяризация довольно-таки хорошая. Вот за последние 2-3 года мы сделали, люди активно начали внедряться в эту игру, спрашивать, у нас постоянно звонки, постоянно, да, интересуются, да, постоянно спрашивают, где, что, как, в общем, работу мы, конечно, проводим на всех фронтах, работаем в плане методологии, разрабатываем правила, выпускаем брошюрки, книги. Сейчас это очень важно. Мы сейчас сайт создаем, да, где будет, где человек может зайти, ознакомиться с играми, с историей, с разновидностями, с людьми, контакты все будут выкладываться, с кем можно связаться. То есть такой живой интерес есть на самом деле. Вот, и такую полномасштабную работу мы хотим все-таки развернуть в ближайшие годы. А вот никакой базовой такой у вас территории нет? Я имею в виду какое-то базовое учебное заведение, у меня даже сразу в голове, это Бурятский лицей номер один, как базовую, да, сегодня, школу для обучения. Вот. Сегодня вообще вот, конечно, я, знаете, что хочу сказать, что
федерация это просто ну, некий, некая организация, которая объединяет все ресурсы, да, общественная которые есть. Да, общественная организация. Нам это удается. Мы не тянем одеяло на себя, на самом деле, потому что это, мы ни в коем случае не имеем права сказать, что эта игра там, принадлежит федерации. Это просто принадлежит народу на самом деле. Носитель – это народ. Ни чиновники, ни общественники, именно народ. Наша задача собрать просто воедино вот все те ячейки активные, которые работают в этом направлении. Бурятский лицей, вы сказали, да? Нет, так, там, пример. Да, да, пример, конечно. Они на своей базе очень хорошо это направление развивают. У них каждый школьник, каждый ученик умеет играть эту игру. Просто это уже в системе образования у них это все уже интегрировано, то есть введено уже. Допустим, первый турнир по шагонадам кто провел? Ржена и Саян Джамбаловы. Да. То есть мы знаем. Это авторами именно первого турнира по шагам, это они являются. Молодцы. Вот. Они взяли даже и провели. Первый раз слышу, да. Честь им и хвала, еще да. Дополнительно ко всем. Потому что мы всегда говорим мы все всегда говорим об этом, всегда помним. То есть первый турнир по разбиванию хребтовой кости провели сельчане, молодые парни из села Хатагол-Тункинского района. Это их мероприятие. Тоже первое. Честь и хвала. То есть, да, Шатар у нас тоже есть, Евгений Васильевич Баинов наш, да, известный, он сейчас брошюрку в прошлом году выпустил, книгу по Шатару. Он является ну, знатоком и хранителем, можно сказать, их, по Шатару. То есть там команда есть людей, которые именно продвигают Шатар. Наша задача вот этих людей всех объединить. Да, и помочь им, по крайней мере. Все равно вот федерация, мы какой-то менеджмент все равно какой-то используем. То есть это знание со стороны наших аксакалов, знатоков, а наша задача вот как раз это знание продвинуть в массы. Вот, ну и здесь мы друг другу помогаем. Только так. Рудинида Бадмаевна, скажите, пожалуйста, вы занимаетесь в том числе и этнотуризмом, да? Да. Интересуются иностранные туристы? Вот? Конечно. Ну, понятно, что они интересуются культурой, понятно, да, что да, они да. интересуются буддизмом, а именно вот такими вот. А вот Шагайнатан, они вообще готовы играть до утра. Они вообще не отходят. Им очень интересно. Все они записывают, играют, побеждают, призы получают. А, даже так, даже такие соревнования. Вообще очень хорошо проходит вот эта игра Шагайнатан у нас. Но я показала только одну игру, а вторую вот Васильевич. Да, вот с цепочкой покажите, если можно. Если это шурлга называется, подбрасывание. Вот из определенной кучи вот сноровка нужна. Ну, ага. Это понятно. Ага. В любой видите? Игре нужна сноровка. Вот так. Ага. Первый – это притягиваем себе определенное количество шага. Потом по мере возможностей это будем брать. Не задевая ни стол, ни грудью, ни соседние шаги. Покажите. Но стол у вас очень высокий для меня. Я не смогу, наверное. Вот так. Ага. Если вот, чем больше возьмешь... Да. Потом буду считать. Вот это уже набрано. Это уже мой запас. Интересно. А вот это... Если вот эта цепочка упадет на стол, это уже позор, стыд, срам. А даже так, что ли? Ну, конечно, если вы попробуете. Ну, я боюсь, что... Да, подкинуть и выхватить. Без сноровки тут как-то... Ну, вы не хитрите. Сначала надо притягивать. Давайте. Так, а смысл надо подкинуть и выхватить. И ловить. Нет, нет. Слав, попробуй. Не, я боюсь. Стыд и позор, я не хочу позора. Мне надо бы тренироваться. А вот эта фигура... Вот эта третья игра называется «Конные скачки». Моририлдан называется. Видите, вся игра состоит, все косточки составлены из лошадей. Видите? Я же показывала фигурку лошади. Да. Ага. И 12 тут. Изгородь состоит из 12 шагай. А это вот красная белая лошадка, это ваша лошадь. А вот это Васильевича, Алексея Васильевича. А это моя лошадка. И у вас по 5 шагай. Возьмите, пожалуйста. Угу. А в эту игру может человек первый раз увидеть шагай и поиграть, и победить. Давайте это попробуем. Это быстро можно побеждать. Вот будем кидать по очереди. Вот, и получится вот такой фигуры, одна да? Это лошадь. Группу. Ага, один шаг. Если две фигуры, два шага. Если три и так далее. Своими. И попробуйте кто дойдет по своими, да? Давайте кинуть. Ага. У вас молоко. У вас ничего нету, да? Ну, кто бы сомневался. Одни коровы у вас. О, так, вот у меня одна лошадка. Ага, один. Ну, то есть вот таким образом. Вот таким образом. И кто первый дойдет до хвоста, да? Да. Тот победил. Бывает такое, что выпадает. Очень красивая игра. В это играют в основном дети. Ну, для детей эта игра вообще замечательная. На мой взгляд, она такая и
И что-то дает, и в то же время назад научит. Давайте, да, мы сейчас к этому вопросу как раз интересно вернулись. Это суть, смысл вообще игр. То есть зачем мы все это делаем, зачем играют люди, и зачем они играли в истории. Во-первых, это, конечно же, есть сакральный смысл, да, конечно. Допустим, разбивание хребтовой кости, есть такое как бы поверье, что если ты разбиваешь кость, мужчина что делает? Если они разбивают кость, то вот эта душа животного, которая находится в этой кости, она находится в перерождении, то есть буин. Ну, перерождение, то есть... скот будет восстанавливаться, да? Да, то есть, как... да, ты сделал благое дело для этого животного. То есть тут отслеживаются, конечно, такие моменты, как это уважительное отношение к животным. Дети с малых, природе, да, природе. Дети с малых лет они понимали, что такое 5 животных основных, что это основной корм, что это основная, как бы, ну, это жизнь в целом. Дети с малых лет воспитывались. Конечно, такие вещи открыты, как семейные ценности. То есть воинские, умение подготовки духа и воинских навыков мужчины. Такие вещи отслеживаются в этих играх. Ну, допустим, логика, да, мы везде прослеживаем. В этой игре есть логика, в шатаре есть логика. Да, конечно. А в разбивании хребтовой кости, думаете, нет логики? Там есть логика, на самом деле. Там, не там только... с дуру ты, по-моему, вообще ничего не разобьешь, там... кроме руки своей собственной. В разбивании хребтовой кости, допустим, да, это в основном ребята ломают с помощью техники и вот как раз-таки вот этого духа, который есть внутри. Во-первых, когда если ты на ринге, там где-то на ковре борцов, ты понимаешь, что у тебя противник видимый, и ты его можешь как-то прочувствовать, то здесь ты с неодушевленным предметом, в первую очередь, ты борешься с самим собой. Да. А там такой дикий страх, на самом деле, в начале, то есть перед ударом. Если ты особенно руку повредишь, то второй раз рука уже просто не хочет бить. Вот элементы воинской подготовки. Вот, умение разбивать кости, это была как раз-таки подготовка мужчины. Потом, по поводу даже элементарно такие вещи отслеживаются, как умение работать с ножом. То есть у бурятского мужчины всегда это было испокон веков. Сегодня, к сожалению, там, допустим, правильно, корову уже никто не разделает, она тупо рубит топором. Mm-hmm. Вот. Барашка разделать тоже мужчина там может. Такое получится, что из 10 мужчин только один может разделать, и тот будет разделать там 40 минут одного барашка. То есть, понимаете, да, в лучшем случае. То есть, вот, о чем речь-то? Мужчина раньше с ножом, он мог барашка разделать, ну, там, в течение 5 минут, условно говоря. То есть, все, и главное, по правилам, по канонам, как нужно. И не повреждая шары. Да, не повреждая, да. Все это аккуратно. Вот это по хребтовой кости, надо, конечно, очень аккуратно ее с помощью ножа вытащить. А потом такие вещи отслеживаются, как все вот это заготовки делает кто? Женщина, хранитель очага. Да. Она отваривает эту кость, она готовит ее своему мужчине, подает, очищает ее. Мужчина, это у коровы считается самое вкусное мясо вот именно этой кости. Самое. Оно находится в шейной да. части. Вот, оно самое жирное, сочное, вкусное. И суть в том, что мужчина, очистив эту кость, начинает ее разбивать. То есть вот это уважение женщины к мужчине, это все отслеживается в этих вещах. То есть изначально. Уважение, то есть то, что мужчина старший в семье. Здесь то же самое, то есть разделов барашка, мать учит свою дочь, допустим, правильно заготавливать эти блюда. Ороэмэк, там, хошханак, то есть все блюда из баранины. А из баранины там порядка, ну, сколько там блюд можно приготовить? Ну, огромное количество блюд. Ну, конечно. Из барашка одного. То есть вот эти все вещи, они на самом деле имеют глубинный смысл. Все взаимосвязано. И все взаимосвязано, да, друг с другом. К сожалению, время программы подходит к концу. Я по традиции предоставляю вам слово. Эрденида Дажиевна Бадмаевна, извините, пожалуйста, вам слово вот к нашим телезрителям в эту камеру. Ну, в преддверии Сагалгана я хочу пожелать вам вот такое благопожелание на своем родном бурятском языке. Тавгар дурмяхте, такшар дурмяхте, удере торгынып тұржы, урхоро тоғынып тұржы, жылы дурбын сақты жүкті байын, жабыртты көтінді ұбғар байын, жын күні түгіт, бешін жылы оқтың орқытны болтығай. Спасибо большое, Алексей, пожалуйста, тебе. Так, ну, конечно же, я хочу поздравить всех жителей Бурятии и Улан-Удэ с наступающим Новым годом, с самым светлым праздником для нас. Пожелать всего самого наилучшего. И, конечно же, нужно этот праздник отмечать, ну, желательно по всем правилам, которые есть. Вот. 6 февраля я хотел бы пригласить, пользуясь случаем, всех в торгово-розыскный центр Capital Mall, где будет фестиваль традиционных игр. На этом фестивале вы можете окунуться в эту атмосферу традиций и обычаев, попробовать свои силы в играх. Ну и, конечно же, вот... Если вы придете, просто посидите, посмотрите, придете своего ребенка или внука, то, я думаю, тем самым вы внесете какой-то вклад в развитие наших традиций. Всего самого светлого в этот замечательный праздник. Ну, до скорых встреч.
Спасибо вам большое, спасибо огромное за участие в программе, за то, что вы просветили, вот, ну, в частности, меня, в очень многом. Я уверен, и наши телезрители это все увидели и поняли. Еще раз спасибо, уважаемые телезрители. На Первом альтернативном была программа «Открытый эфир». Я напомню, что гостями нашей программы сегодня были Эрдени Даба Бадмаевна Даржиева, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, хранительница национальных бурятских традиций и председатель Федерации этноспорта Республики Бурятия Алексей Гергенов. Я Владимир Банчиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.